Здравствуйте, сегодня 5 мая. Я нахожусь на территории бывших птичников, птицефабрики. Смотрите, какое безобразие. Наша администрация говорит, что здесь нет свалки. Смотрите. Это конец. И начало. Да, и вся прям вдоль забора. Все, вот пытаются вроде как грунтом засыпать, или я не знаю даже. Тут и строительный, и бытовой. Какого тут только мусора нет. Но в данный момент я иду по строительному. Поселение Первомайское, поселок Птичное, Тинау. Масштабы я вам даже не скажу. Здесь очень много мусора. Вот здесь вот как раз куча, это бытовой мусор. Вот. Здесь бытовой. Здесь вот на контейнер номер телефона даже есть. Не провалиться бы здесь нигде. Досмотрю. Чего тут только нет. Вот. Здесь вот строительный мусор. Да вообще кошмар, там гора целая. И причем это вот как раз там вот бытовой и строительный мусор вперемешку. Площадь здесь, конечно, очень большая. Вон они, машины мусорные стоят. Вон она, мусорная машина. Ой, мне бы здесь не провалиться бы. Тут прям наступаешь, как на подушку. И вон видно до конца, прям за забором.